6 сентября 1990 года в Кремлевском дворце съездов закрылся первый учредительный съезд Коммунистической партии РСФСР. Партия, о необходимости которой столь долгое время говорили российские коммунисты, создана как составная часть и гарант целостности КПСС. Она родилась в огне беспощадной критики всех ее принципов, догматических и творческих, без разбора. Критики, громящие все, что имеет хоть какое-то отношение к марксизму и ленинизму. Ее появление вызвало неоднозначную реакцию политических платформ в самой КПСС. Быть или не быть? Так стоял вопрос в начале работы этого партийного форума. Вопрос, который обусловил многие положения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева.